Пацаны, за... я умер, представляешь? Я убил Диму. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Dark Dragon, King on Fire, пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Привет, моряки. Если опять и кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем режим выживания с гигантом. Так, ну что, ребята, надеюсь, я буду боссом, было бы прикольно, гигантским боссом. Можно мне повторный босс дать? Так, нет, я маленький челепиздрик. О, я большой, ребята, я большой. Я могу теперь мочить их. Мочите Диму. Перезарядка. А я убью сейчас. Вы что думаете, я додик? Да. Ты что такое говоришь за меня? Так ты сам сказал, что ты додик. Ребята, очень классный режим. Мне реально нравится. Да умри ты, а? У него дофига хп сразу будет. Подожди, а что это за оружие? Ага. Серега, буду тебя наказывать. Давай, попади сначала по мне. Да. Ну, сейчас чувака вынесу наизично. Ему хп смотри. А шо ж хп, ну проиграю. Ну, у тебя хп мало. Ну ничего, я же первый раз играю. Сходи пописывай. Я там... Так, надо выхватить... Ага, я когда топаю. Надо мне на ход, короче, да, стрелять? А где мои жизни? А я вижу мои жизни. Мне так быстро кончается. Потому что тебя все мочат. Ну, перезаряжайся. А чё у меня жизни так быстро тратятся? Потому что в тебя все стреляют. Так, а чё так быстро, если я не выиграю тогда никогда? Падла, телепортировалась. А чё тут телепорты есть? Я не знал, да. Что тут телепорты есть. Да отвалите, у меня же... Да, да блин, да почему я так быстро проигрываю? Я же хорошо играю, как бы, вроде бы. А как? Я не могу к вам подойти, вы убегали от меня все. Не делают стоять и смотреть. Блин, как же я хочу, чтобы ты был гигантом. Давай, ладно. Если бог Роблокса есть, они сделают так, что ты будешь гигантом. Если буду опять я гигантом, то бога Роблокса тоже есть. Как говорится, люди, запомните, я убил Диму. Ты меня убил разве? Так, ну что? А может кто-то выбирает специально, чтобы я был этот... гигантом. Рандомно. Ух, слава богу, я не бо... Да почему? Да по... Серега, а в чем прикол? Не знаю, это... Страшно ходить. Отвали. Сопляк. А, он говно телепортировался. Я тоже могу телепортироваться, ребята. Как оказывается. Хитрый. Не пускал хп. Не знаю, но сейчас убью кого-то из вас. Я телепортироваться могу. Ты полысел, Дим. Ой-ой. Да? Да с тобой не полысеешь. Вы меня везде видите, да, своими пистолетиками вонючими. Ой, попал, ой, попал. Отлично. На тебе. Может, мне надо какое-то время продержаться? Вот это вот время, что ли? Да я ж не продержусь так никогда. Блин, Серега, я же должен был тебя убить. Я опять убил тебя. Я выжил. Да блин... Не хочу я быть большим гигантом. Не надо. Хочешь быть маленьким. Я хочу быть маленьким гигантом. Может, какой-то мистика какая-то. А может быть, что именно... Почему я постоянно? Это же глупо. Дима, ну ты лучше быть маленьким челепиздриком, чем большим челепиздриком. Да я хочу быть маленьким челепиздриком, чтобы Серегу затащить. Удачи. Успехов, я понял.
Когда я играю, как-то катки быстро сливаются. Как говорится, Дим, рандом тип. Так, если я сейчас буду гигантом, я буду орать на все. Я гигант. Ребята, ура! Ну что, Серега, теперь твоя очередь. Твоя очередь, Дим. Я уже убью тебя. Сережечка, ну ты должен проиграть. Ты обязан проиграть. Пацаны, все нагибаем Серегу, все нагибаем Серегу. Попадай, 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 ребятушки. Это я, Серега, ты по мне стреляешь. Ты чё башню ломаешь там, а? Подлец. По ним, ребята, хоть так, но все равно будет, хоть какая-то пулька-то попадет по нему. По-любому. Попадай, я слышу, как попадает мои пули. А ему ж надо башню разрушить или что? Нет. Серега, чё ты прыгаешь, как ты ж можешь по карте все ходить? Ты ж стоишь по центру карты, мы тебе по тебе все валим. Отлично, ребята, отлично, мне нравится. Эта тема, прикольный режимчик. Довольно-таки очень интересный. А где он? Он вот внизу. А, он внизу. О, ХП снесли ему. Отлично, ребята, нагибаем, нагибаем, пожалуйста, его. Самый умный, думаешь, Дим? Я тпхнулся. Ребята, валим, валим, валим. Я знаю, что он не очень догадывается, как меня мочить, конечно же. Только я знаю. Серега, ну что, ты сейчас тоже проиграешь, и буду ха-ха-ха я делать тоже. Давай, ха-ха-ха, я буду только рад. И у меня будет стимул тебя убить. Я убил. Хорош! Сережка, мы тебя убили. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Как ты песенки поешь. Так, ну что, теперь давайте, чтобы был Dark Dragon. Ну что, Серега, сейчас будешь опять ты великаном, мы тебя будем мочить. Нет, я не великан. А кто это у нас? Чепной. О! Мы на Луне, Дима, гравитация понижена здесь. Воу, блин, это напоминает мне Unreal или Quake. Или Space Engineer тоже, если Дим. Да? Да. Там я его тоже гашу. Вот это у нас перестрелка. Ребята, прикольный режим. Так что рекомендую вам поиграть. В начале ролика мы говорили, как он называется. Поэтому именно с кентами собраться, поиграть, когда еще и один из вас может стать гигантом, это же вообще круто. Ну что, мы ему вынесли жизни или нет? Почти. А я вижу, да, у него писечка, ребята. Серега, видишь, как он разлетелся в воздухе эпично? Да. Ой, я буду еще прыгать. А, все. Вот это классная карта была. Да, очень интересная. Пониженная гравитация, я вообще у него там это под носом был, прыгал. Ну да, я да, да, да. Попасть не мог. Так, Серега, ну что, давай ты будешь здоровяком. Yeah! Ты, Серега? Отлично, ребята. Вот это теперь прикольно, что Серега опять гигант. И мы сейчас его наказывать будем. Кстати, обрати внимание, как прикольно сделана грамотная локация. Они вроде маленькие, но который Skybox по этим вдалеке делает ее объемной какой-то, что ли. Она тебе, Дима. Ты не убьешь всех. За меня заступятся я другие. Я уже половину использовал с КП. Хана тебе, Дима! Пацаны, за... я умер, представляешь? Я убил Диму! Я что теперь... Ты я проиграл... Блин, Серега! Я... Серьезно проиграл? Второго убил, уже. Да блин, это ничья, а я не могу, да, ни за кем наблюдать? Вью, могу, Серега, я буду за тобой наблюдать сейчас. Dark Dragon. Серега, за тобой наблюдаю. Давайте посмотрим, насколько Серега убийца у нас. Так-то странно, у него очки. Серега, мне дали победу. Это означает, что мы затащили все равно, независимо. Я тебя все равно убил. Ну блин, ты просто единственный на меня переключился и все.
дней. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и посмотрим мои ролики еще. It's delicious.